Здравствуйте, ребята! Мы начинаем нашу передачу «Соси у Всезнамуса». Я профессор Всезнамус, и я готов ответить на любой ваш вопрос. Сос. Профессор, ловите эту веревку, сосите эту веревку. Тяните ее на себя. Я тяну ее. Еще сильнее натяните. Все, по-моему, провернуть. Еще сильнее. Вы, оказывается, очень сильный. Что там произошло? Понимаете, профессор, просто вот эта игрушка прилипла, и вот я ее никак отлепить не мог, и вы мне помогли. Игрушка? Да. Я думал, что я тебя спасаю, что ты застрял, а это все из-за игрушки на липучке. Конечно, нет. Тогда... Бегом! Так, пришло письмо от Гончаренко Оксана. Как, правда?